wish you know where I've been. Hanging on promises and songs from yesterday. I've made up my mind. I'm wasting no more time, but here I go again. Приветствую всех на YouTube-канале Neverstop. Меня зовут Барсуков Андрей, и это мой GLA 45 AMG. Но теперь он на полноценном Stage 2. С машины выжато очень много сил. Она поехала слишком люто. Я не ожидал такого результата. Зашил я ее в A2 Performance, город Краснодар. И это видео будет и о машине, и о прошивке, и о заездах, и о том, как эта тачка поехала с замерами на стенде, с замерами динамики. Я обратился в A2 Performance, город Краснодар. Именно поэтому вы увидели заезды отсюда. Почему? Я очень давно изучал работы ребят, как они делают, что, как у них едет. Нашел такую же машину на их чемп-тюнинге, причем на лайтовом. Она ехала 10 секунд, что выбивалось из общей массы, потому что было быстрее. Моими критериями в первую очередь были это надежность и безопасность. Я сказал, мы заводские лимиты не убираем, все остается как оно есть. Пусть лучше она где-то не поедет, но при этом у меня ничего не случится с автомобилем. Это самое главное. Ну и помимо этого, все-таки как-то хотелось дополнительно и побыстрее ехать, и делать это безопасно. И вот тут ребята и Артур лично меня сильно удивили. Знаете, что они мне сказали? Я могу иметь 4 программы на этом автомобиле, переключая их с руля просто кнопками на заводском дисплее. И даже я вам соврал, не 4, сколько угодно, в принципе, сколько угодно. И вот, это отдельная история. Берем, вставляем в OBD2 разъем. Вставили, ждем. Смотрим, что у нас сейчас высветится. GPS-система активна. Опачки. И вот таким образом, вот просто с магнитолы, я прям могу менять свои программы. Вот их тут. V1, V2, V3, но они называются так. Вот, я сейчас хочу залить именно Stage 1. Я нажимаю ОК. Машина сама себя перепрограммирует. Это все сделано для удобства. Потому что не всегда у вас есть хорошее качественное топливо. Вот опять же, почему нельзя ездить на файле, который едет там 8.5-8.6 постоянно? По одной простой причине. Вот поедете вы в Новокукуевск, а там не будет хорошего качественного сотового топлива. А что вы будете делать? А я просто себе залью Stage 1 и спокойно поеду на Stage 1. А могу попросить А2 добавить мне сюда вообще стоковый файл и поехать на полном стоке даже на 5-м бензине. Прошло уже много времени с момента съемок в Крыму. Как поехала машина? На данный момент лучшее время автомобиля 8,6 секунды 100-200. Сколько? 8,6? Вот это шляга, эти. Да я тебе говорю вообще. Вариант прокатиться. Ключи внутри. 8,6, вот это шляпа, братцы. Давай. Короче, если что, он подтвердит, что это реальные 8,6, но А2 в итоге сделает еще быстрее и еще лучше. 8,6, я в это не верю. Настройка завершена, для вас это было очень быстро, для меня это было гораздо дольше, но в общем, что у нас получилось? Мы сделали несколько файлов, то есть машина будет иметь возможности смены прошивок. Ну и помимо этого сейчас объясню, что вышло, сколько вышло сил и почему именно так, а не как иначе. После чего уже поеду сегодня это все замерять до ночи, потому что сейчас еще замеров динамики нету. По графикам. Сейчас вы видите перед собой 4 графика. Черный — это сток,
зеленый – это гантюнинг плюс 10 мощности, красный – это, получается, повседневная программа, и синий – это для гонок. Вот такая у нас получилась итоговая мощность и момент. Если мы посмотрим внимательно, то пики, вот они вроде сильно не отличаются. И тут как бы, ну, видно повыше, но не то чтобы сильно. Но все дело в оборотах, где мы собрали очень много. То есть вот здесь, к примеру, разница между графиком для гонок и геном около 50 момента. Здесь разница между графиком для гонок и геном тоже почти 50. То есть мы очень много собрали на верхах после 4500 оборотов и собрали еще внизу. И получается, за счет этого полка сама вот этого момента, она будет гораздо дольше, и машина должна тянуть гораздо лучше. Поэтому нужно ехать на замеры, нужно гонять с ребятами. В общем, будем смотреть сейчас, что получится. Ну, давайте мы с вами поговорим чуть-чуть о надежности этого автомобиля. И вот тут вот у нас все самое интересное. Смотрите сами. Здесь у нас стоит рядная четверка, 2 литра, турбо, 381 лошадиная сила с завода. И нету случаев какого-то умирания этих двигателей. Они живут, и живут очень долго. В отличие от множества ВАГов, BMW, Stage 3, Stage 4, Stage 2, проблем по этому мотору не бывает. Он уже изначально на ковке полностью. Кованая шатунно-поршневая группа. И в итоге он держит какие-то нереальные издевательства над собой. С этих моторов в стоке в полном снимают по 550 сил на Stage 3. То есть ставя либо 30-й гард, либо делая гибридную турбину. Но мне это не интересно. Турбина осталась родная. Потому что эта машина для гораздо большего, нежели просто езда по прямой. Мы выезжаем вот на такой вот замечательный трек, в данном случае это Кремея GP, и попробовать, что может эта машина на треке, потому что вообще в целом она для него готова. Да, здесь нету модной электромагнитной подвески, но она готова для него даже на родной, потому что она в первую очередь очень универсальная. Сейчас мы с вами изучим этот трек, посмотрим, как здесь ехать, какие передачи включать, и после чего обязательно попробуем проехать его на время. Спустя две сессии на этой машине я показал время 1:13:08. Это достаточно быстро для этого трека, но в любом случае, сейчас, чтобы убедиться, посмотрим. Вот у меня номер 32 номер. Сейчас пойдем посмотрим, что на табло. Вот такая вот ерунда. На этом мой трек-день закончен. Как вы видите, автомобиль может при желании. И именно это его отличает от огромной массы других. Именно в этом кроется ответ на вопрос. Зачем эта машина? Она крайне универсальна. Хоть таскайте в ней внутри сноуборда и ездите в горы, хоть едьте на трек-день, меняя при этом резину на хорошую. Что нам нужно менять? И сколько это стоит? Давайте я вам буду называть первое, что я сделал. Я поставил другую проставку на фильтр. Что это значит? Стандартный переходник от патрубка турбины к фильтру идет 130 диаметр в 65. Дикое заужение. Сейчас стоит 130 в 110. И фильтр КН. На это все дело я потратил 9000 рублей. 5000 рублей на фильтр, 4000 изготовить себе новую проставку. Даунпайп, который стоит обмотанный в термоленту, мне обошелся в 15 тысяч рублей полностью. То есть с установкой и с термолентой. То есть да, вот такие цены были в Белгороде. Помимо этого, нам обязательно нужно по-хорошему поменять
радиатор спереди, основной, который будет охлаждать наддувный воздух, то есть это жидкостная система охлаждения, да, интеркулера. И радиатор вот здесь внизу. Но основной у меня еще пока что стоковый. Позже, после зимы, поменяю, поедет еще чуть быстрее. Там уже мененный. Это все ставится китайское, это стоит 40 тысяч рублей целиком. У меня стоит только один, и покупал его за какие-то копейки, типа 12 тысяч рублей, что-то в этом духе. Потому что ребята в чате скидывали, купил не думая, как говорится. И я еще поставил себе дополнительную помпу. Вот здесь у меня стоит дополнительная помпа, которая прокачивает это все гораздо быстрее, и за счет этого машина едет лучше. Помпа стоила, если не ошибаюсь, где-то 12 тысяч рублей с установкой. Вот. И в целом все. То есть больше никаких доработок тут нету. Коробка никак не усиливалась, больше ничего не делалось, свечи стоят стандартные, все сток. И при этом мы с вами получаем на самом злом файле 460 где-то лошадиных сил. Это еще предстоит проверить на еще одном из диностендов, потому что я не привык верить одному лишь диностенду. Коробка живет долго, то есть спокойно это сцепление с маховиком ходит по 120 тысяч километров, то есть мотор и коробка вообще никаких претензий не вызывают. Они очень надежны. Если на своей Шкоде или Ауди вы уже два раза поменяете комплект сцепления, я это сделаю только в первый раз. Точнее нет, вы уже начнете менять третий раз, а я только в первый раз полезу. Именно в этом плане машина крайне надежная, и этим она меня радует. Но вот тут вопрос. Что лучше купить? Около новую бэушную Шкоду, чтобы ввалить в нее 500 000 рублей. Это чтобы сделать просто едущий Stage 3, а потом нам придется поменять подвеску, придется поменять тормоза, придется еще что-нибудь поменять, чтобы было комфортнее, интереснее и веселее. И выйдет уже прям очень дорого. Либо купить такую бэушную. На рынке полнейшее сумасшествие. И вот тут вот вопрос, а сколько она стоит вообще? Новая стоит очень дорого. Давайте мы с этим с вами разберемся. Хоть рынок бэушных автомобилей и сошел с ума, но мы с вами люди умные, мы знаем, что на Авито можно купить бэушные автомобили и намного дешевле, чем новые. Для этого мы с вами, естественно, включаем приложение и смотрим именно такие же машины, как у меня, 18 года, 17 года, ресты. И сколько это все стоит? 44 тысячи километров пробега, 2600, 2877 тысяч километров пробега, 2730, 65 тысяч километров пробега. А что он такой какой-то интересный? Какая-то редкая серия. Типа а-ля Петронас, голубенький такой, ну да, наклейки петроносовские, золотая наклейка на приборке, так все вроде то же самое, если честно, хотя мультимедиа какая-то странная. Внутри прям такое интересное, что это у нас такое? Найт пакет, спортивная особая серия, бла-бла-бла. Не, ну это клево, три владельца было, с 18 года история обслуживания. Ну что мы делаем? Мы берем отчет. Пришел наш отчет, и что у нас в нем указано? 17 год, 2 литра, 381 сила, залогов нету, сведений о розыске нету, ДТП нету, 5 объявлений на Авито. Вот это вот сейчас будет очень интересно, сейчас вот тот и до посмотрим, как менялась цена с этим сумасшедшим рынком. 68 тысяч километров пробега, последняя запись в истории, три владельца, один из них юрлицо, но это, наверное, последний. Так. Первый проездил год и 5 месяцев. Ну, нормально, но все равно слабак. Можно было бы и побольше. Второй 10 месяцев. Ну, тут уж точно слабак. Так, и последний 11 месяцев. Причем второй владелец был юрлицо, сейчас уже физлицо. Так что вообще все шикарно. Первое объявление на Авито у нас получается было, что это у нас? 8 апреля 2019 года. И она стоила у нас 2590 с меньшим пробегом, между прочим. Потом она вообще 2200 стоила одно время. 2600. Ну вот ради интереса, когда она стоила 2200, фотографии посмотрим. Все то же самое. Вот за 2200 тогда ее нужно было выхватывать, радоваться жизни. Потому что сейчас и пробега больше, и цена больше. Ну, машина обслуживалась, все клево. Последний много ездил, предыдущие ездили мало. Это была машина у них выходного дня. Ну, в любом случае, мы с вами посмотрели, что такую же тачку, как у меня, грубо говоря, за 2,5 можно попробовать выхватить, особую серию чуть подороже. Ну и, как вам сказал Марат Борода, машина интересная, и она дает эмоции. Я об этом уже давно говорил. Жаль, что я так долго подходил к нормальным ее доработкам. Ну, не более того. А мы с вами снова переносимся в Крым для того, чтобы посмотреть дальше еще больше интересных подробностей про этот автомобиль.
А вы не забывайте при этом, что нужно пользоваться Авито и Автотекой для того, чтобы минимум тратить своего времени, денег и, самое главное, нервов при покупке себе бэушного автомобиля или даже нового. Вот мы доехали до серпантина. Что же мы можем тут предпринять? С одной стороны, комфортная тачка, можно навалить музычки, включить кондерчик, дальше и ехать, и не париться. Ведь это Мерседес. С другой стороны, мы можем сделать вот так вот и устроить себе развлекалово. Но во всем этом развлекалове есть одно но. Все-таки мы в России, и Крым вроде как наш. Поэтому нужно обязательно включить то, что нам показывает, где стоят камеры контроля скорости, так как тут их понапичкали очень много. А раньше не было ни одной. И здесь можно было валить просто на все бабки. Но теперь стоит вспоминать про это ограничение. Ну и в принципе, так как мы подъезжаем к морю, и здесь красиво, пахнет свежо, это не город, мы можем сделать следующее. То есть мы можем открыть панораму и насладиться не просто запахами, еще и звуками. Ну, конечно, да, ветер будет чуть-чуть задувать, но в целом можно устроить себе, опять же, еще больше развлекалово. Каждый год стараюсь приехать вот именно в это место. Это старая дорога Судак-Алушта. Здесь нереально атмосферно и круто. И к чему я это все вел, к чему все были эти рассказы? Вы должны наслаждаться своим автомобилем. Вы должны понимать, что ваш выбор был правильный. И вы просто кайфуете от того, что происходит. Вот сейчас у меня нету желания валить на все бабки. На обратном пути оно, естественно, появится. Я сейчас просто... Я открыл панораму полностью. У меня тут такой большущий люк. Обдувает меня свежий ветерок, который идет с моря, потому что вот оно, как на ладони. Здесь серпантин. Да, он старый такой, чуть-чуть уже подушатанный, но это серпантин. Это горы. И это то, что мне нравится. Мне не нужно ехать к морю, чтобы окунуться. Я сейчас еду здесь, и я наслаждаюсь полностью этим моментом. Лучше бы было, только если бы я сидел за рулем, рядом со мной бы сидела какая-нибудь дико красивая блондинка, а может даже и две, а лучше блондинка-брюнетка, а еще, наверное, сзади одна рыжая, а одна какая-нибудь не особо русской национальности, да? И мы бы просто ехали куда-то конкретно почилить на этом кабриолете, не спеша, вот по этому месту. Тогда, возможно, было бы лучше. А так... Мы без блондинок и брюнеток, и тем более остальных, поэтому мы просто наслаждаемся моментом. И вот тут я вас хочу попросить, наслаждайтесь своими автомобилями. Не относитесь к автомобилю как к куску железа, ни в коем случае. Старайтесь его правильно обслуживать. Обслуживайте его вовремя и, самое главное, в правильном месте, чтобы не было какого-то лишнего негатива, каких-то переделок за кем-то. Просто получайте удовольствие от своей машины. И дай бог вам вот таких вот моментов максимально много в вашей жизни. К сожалению, в этом мире многое стало уже давно не то. Тут все показушное. Все хотят просто что-то показать, устроить какую-то показуху, купить какие-то нереально дорогие шмотки, которые им не по карману, сделать какие-то непонятные вещи, которые им даже не нужны, но зато другие оценят. Живите для себя, получайте удовольствие. Нет, ни в коем случае не нужно ходить по головам и делать что-то лишнее, что, ну, в целом неприемлемо. Живите для удовольствия, не мешайте жить другим людям и радуйтесь. Ну и самое главное, не дурите людей. Это все-таки плохо. Этот автомобиль настолько универсален, что даже если мы захотим в Крыму съехать на дикий пляж, где, ну, реально вполне себе бездорожье, пожалуйста. У вас спортивная тачка на 460 лошадиных сил, на низком профиле, на 20-х катках. Да пофиг вообще, съехали, спустились вниз, съехали с горки, съехали по буеракам, спустились к пляжу. Пожалуйста, ставим палатку, живем, радуемся жизни. И все это при том, что тачка едет 3,7 до сотни, да? Это круто, это интересно.
И вот именно в этом проявляется ее некислая таки универсальность. Помимо этого, естественно, там багажник, да, с задним рядом сидений, все можно сложить, можно уместить кучу вещей и устроить себе тут отпуск на неделю. Но есть в этом во всем один большой минус, и он не здесь. Он не в Мерседесе, он вот здесь, на пляже. К сожалению, многие дикие пляжи в Крыму имеют один большой минус. И это не мои модные шорты, которые не подходят к видео, да. Это общая загаженность этих пляжей. То есть все очень грязно, мусора очень много. И, к сожалению, на это грустно смотреть. Просто грустно смотреть. Так что большая просьба ко всем, кто приезжает отдохнуть подобным образом на дикие пляжи. Ребят, 15 минут, и вокруг вашего места лагеря на 100 метров все очищено. Если каждый так будет приезжать, каждый будет чистить и хотя бы выставлять мешки с мусором там на обочину дороги, это будет уже гораздо лучше. Но лучше их все-таки увезти с собой и выкинуть на ближайшие мусорные свалки. Это будет еще гораздо лучше. Такое небольшое было отступление. Это было очень большое видео, и вроде как это видео было про автомобиль, именно это. А вроде как это видео было в целом про машины. Без разницы, что здесь сейчас стоит: Mercedes, Audi, Volkswagen, BMW, ВАЗ, Тагаз, УАЗ. Самое главное — отношение вас к этому автомобилю, который стоит здесь, который должен быть ваш, потому что именно о своей машине вы будете рассказывать друзьям подобные истории. Я думаю, в этом видео вы все увидели. Вы увидели красивую природу Крыма, интересные места. Помимо этого, попытайтесь в комментариях догадаться, что это за места и где я был, где я снимал. Ну и самое главное, любите свои автомобили. В любом случае, надеюсь, что для вас это будет новая страница, которую вы перевернете, и на следующей странице вы увидите, как этот Mercedes действительно стал ехать быстро. Потому что меня он очень сильно впечатлил и очень сильно удивил. И теперь, спустя 2 года, для меня это новая машина. Я честно не жалею, что я так долго затянул с чип-тюнингом. По одной простой причине. За счет того, что я затянул, сейчас я могу кайфовать от этой тачки благодаря новым ощущениям, которых я до этого не испытывал. Потому что теперь она едет. И едет быстро. Всем спасибо, всем пока. С вами был Барсуков Андрей, YouTube-канал Never Stop. И еще один немножко замороченный видос, который просто лично я хотел сам для себя сделать. Чтобы понимать, что все-таки я могу делать красиво. А не просто нарезать гоночки и выпускать их 2 раза в неделю. А ты у мамки оператор, да? А ты такой красивый. Давай, погнал. И как вы уже поняли, для меня эта машина значит немало. Сука! Черт! В случае, пока Артем сильно не помешал в кадре, мы будем завершать это видео. Всем спасибо за просмотр. Сейчас еще одно. Еще одно. Кадр не испортил? Не, нормально.